Доброго часу всім, хто слухає нас. Це київська студія іммігрантського радіо. І я з вами практикуючий професор-офтальмолог Сергій Риков з авторською програмою, яка називається «Погляд Рикова». Так назвав Іван Іванович Кокуца, наш режисер, тому що пояснив, що я офтальмолог і повинен мати свій погляд. Сьогодні в нас незвичайна гостя. Ви знаєте, вона має скільки чеснот і достоїнств, що їх можна всі перераховувати до кінця ефіру. Але ми не будемо з цього починати зразу. Це Марина Володимирівна Кінах, відомий суспільний діяч, заслужена людина всьому. Я б їй сказав, заслужений архітектор України, але вона заслужений журналіст України. Ну тепер кажуть журналістка. Журналістка України, так. Чому архітектор? Тому що, ну, вона, потім я вам розкрию секрети, чому це так. І Марина Володимирівна має ще такі заслуги, як вона експерт соціальних програм багатьох телепередач. Вона координатор міжнародної виставки квітів та ландшафтного дизайну. Також вона президент всеукраїнського дитячого фестивалю «Здоров'я». В мене є майбутнє. «Здоров'я, стиль, да, і мода», а тепер ще у вас є майбутнє. Є майбутнє для дітей. Так. І багато-багато іншого. Про це ми будемо говорити. Програму ми назвали сьогодні, я назвав «Будувати мости людських стосунків». Чому? Тому що Марина Володимирівна успішно закінчила школу, вона відмінниця. І так як мама в неї працювала в Київському автодорожному інституті, і дуже відомий викладач, вона викладала геометрію, нарисну, да, нарисну геометрію. Геометрію і креслення. І креслення. Але вона вважала, як сказала Марина Володимирівна, що людина повинна бути грамотною у всьому. Тобто, це так сказала ваша мама. І от Марина Володимирівна вибрала про свій фах, це мостобудівельний і тунельний шлях, тобто це будівництво мостів і тунелі. Чисто чоловічий такий, знаєте, варіант, тому що на цьому факультеті було більше все-таки чоловіків. І от назва нашої програми «Будувати мости людських стосунків». Марина Володимирівна, тут я хотів би зразу так прямо запитати. В одному з інтерв'ю ви сказали, жінка повинна бути коханою, більше вона нікому нічого не повинна. І от, будуючи оці мости, те, що ви робили, ви збудували в першу чергу взірцеву сім'ю, красиву сім'ю, і просто вона публічна, ця сім'я, і ваші три доньки, мама, тато, яких я просто дуже, тата особливо любив, тому що це був моїм пацієнтом, він приходив з радістю і ділився тою радістю. Абсолютно вірно. Я навіть пам'ятаю, як він вам сказав, коли ви йому сказали, що Владимир Максимович, мабуть, вже не потрібно водити машину, вам 92 роки майже. Він сказав, Сергій Олександрович, в той момент, коли у мене заберуть права и машину, я перестану жить, мне будет неинтересно. Разрешите мне ехать хотя бы в третьем ряду, я одену очки и буду ехать очень медленно, никому не мешая. И вы ему сказали, ну тогда обязательно ездите, порядку выключения действительно. И конечно. Владимир Максимович завжди приходил, вы знаете, так по-офицерски, у него было дуже багато орденів, медалів, він приходив, він гордився цим, і я радувався, тому що і мій дід це носив, і мій батько це носив, і я хотів це побачити, я бачив живу людину, яка це мала. На жаль, його вже немає. І от, Марино, все-таки, чому більше жінка нічого не повинна? Крім того, що повинна бути коханою. Тобто, не жінка кохати, а повинна бути коханою. Це ж робота. Ну, во-первых, я хочу всех поприветствовать, поблагодарить вас, Сергей Александрович, за приглашение. И действительно, ваш взгляд, вы на все смотрите особенно. Помните, «Москва слезам не верит»? Они смотрят особенно. Вот мне кажется, что офтальмологи, особенно такого уровня, как вы, такой знаменитый профессор, я вас знаю много лет, и вы действительно смотрите на людей особенно. Вы оцениваете прежде всего его глаза, а глаза – это зеркало души, мы знаем об этом. И спасибо большое, я всех приветствую в своем родном, любимом городе Киеве. Я коренная киевлянка в многих поколениях,
У меня в одной школе учились от мамы до внучки. И это школа на Подоле, это лицей номер 100 Подол. Да. И, конечно, мне приятно быть в центре нашего города и с вами беседовать и немножечко рассказать не просто о себе, а действительно о тех мостах, которые мы строим. Я закончила школу и поступила в автодорожный институт, потому что моя мама и папа, который всю жизнь проработал в главречфлоте Украины, в Укрречстрое, и построил 1000 дамб, судостроительных, судоремонтных заводов и все то, что связано с судоходством на Днепре. К сожалению, сейчас этого уже нет, и нету и судоходства. Ну, мы же с вами оптимисты, мы знаем, да, что все еще будет, все еще будет. Есть, значит, и мои родители считали, что девочки из таких семей обязательно должны получить техническое образование. Ну, а уж гуманитарное потом. Что так и вышло в моей жизни. Поэтому я действительно закончила факультет мосты и тоннели, получила красный диплом и даже успела 8 лет проработать в НИИ «Стальконструкция» в отделе мостов. И даже в 82-м году, когда некоторые наши слушатели еще и не родились, я уже в спортивном костюме обследовала мост на Петровской аллее, парковый мостик. Я одела на себя всю экипировку и занималась тем, что лазила там, вообще смерила, все это делала. И мы потом его не просто обследовали, а привели в новое состояние. Все эти конструкции построили на заводе Бабушкина в Днепропетровске, за один день водрузили. И теперь это знаменитый мостик, мостик любви, куда приходят молодые люди, и киевляне, и наши гости нашей столицы, они там вешают замочки, признаются друг другу в любви, и там создаются молодые семьи. И мне очень приятно, что я имею к этому отношение. Поэтому мост вообще – это самое главное. Вы же знаете, что Киев славится своими замечательными мостами. У нас первый мост, цельносварной мост имени Евгения Оскаровича Патона. И с ним, кстати, был знаком мой двоюродный дедушка, который был главным инженером мостостроя. Он был дворянин, звали его Владимир Владимирович Рудамина Дусинов. И он был другом Евгения Оскаровича Патона. У меня дома есть много фотографий, там, где Евгений Оскарович. И Борис Евгеньевич еще был совершенно молодым человеком. К сожалению, недавно он ушел из жизни, он был моим соседом. И даже, может быть, не по теме, но я все-таки скажу, что Борис Евгеньевич до последних дней жизни был не просто умным человеком, с великолепной памятью. Когда я приезжала домой, он всегда здоровался, а я представлялась и говорила: я Марина Кинах. Он на меня смотрел, говорит: что ты, Марина, привет Анатолию Кирилловичу. То есть это плеяда этих мостостроителей, это совершенно гениальные люди. Вы же знаете, что вообще мосты — это стратегические объекты, и это очень важно. Это раньше, еще до революции, это считалось одна из лучших специальностей. Институты были и готовили, туда поступали люди больших умственных способностей. Да, це правда. Ви знаєте, Марина, от у вас є така фраза, я вичитав із інтернету: я хочу з цим світом подружитися, його пізнати, при цьому багатьом людям допомогти, а якщо вдасться, спасти. Це ваші слова. Так, це мої слова, я так і живу всю життя. От, розумієте, цей міст, який, скажімо, великий ви будуєте, довгий міст і надійний, саме що головне. Тому що різні місточки є через потічок, є підвісні мости, але ви не вмієте тимчасове робити, ви робите стабільно. І от ви маєте відношення до благодійної діяльності, дуже просто не маєте відношення, а вже останні 10 років ви активно в ній. Я скажу 20, извините, 20, пожалуйста. Добре. Да? Так от, я просто пам'ятаю себе, коли ви запросили асоціацію нашу, просто як маленька точечка така стояти на тому святі, яке ви зробили, день народження інвалідам всієї України. Да, особливих діток. І я вам дуже благодарна, ви зі своєю асоціацією допомогли дітям, які не можуть... Марина, мами не можуть дати дітей. Правильно, і мами. Ви обслідували і мам, і дітей. Це було
было для них так важно, когда мы их приглашали, я им сказала, вас будет обследовать ассоциация детских офтальмологов и профессор Рыков. Они бежали. Понятно, что им было интересно это само мероприятие, но то, что они попали, вы знаете, они же не могут попасть просто так сходить в поликлинику. Они... Мамы особенных деток не могут. А я 21 год практически, ну вот уже будет скоро даже 22, я все мерю от рождения своей последней дочери, которую я родила в 40 лет, ей всего лишь 20 лет, моей Софийке, она будущий детский психолог, учится на 4-м курсе университета Шевченко, изучает детскую психологию, уже на практике в школе, и я от этого все считаю. Так вот, ее еще не было на свете, когда я уже начала заниматься благотворительностью. И сегодня это большой детский фестиваль, форум, фонд, который называется «В мене є майбутнє». Мы его сделали вместе с известным киевским волонтером Оксаной Петровной Лазебник, которая имеет такой псевдоним Ксюша Киевская. И к нам присоединились дети из прифронтовой зоны. Дети, которые живут на линии огня. Это Маринка, Дружковка, Авдеевка. И впервые в этом году, 17 декабря, мы со своим праздником, со своими подарками, со своими песнями, танцами едем к ним. Обычно они приезжают в Киев, получают удовольствие здесь. Дети, для детей приехать в Киев, понимаете, из этой зоны, это огромное счастье, потому что мы им не должны, мы должны им дать понять, что они не отрезаны от нас, они единая Украина, эти замечательные дети. И а вот, как они одягаются, когда я побачу в инвалиде на колясочках, себе, да, в макияже, в платьях дуже красивых. Но для них же это праздник, они это ожидают, они выходят на сцену, когда они поют и танцуют, и когда их выходит сразу 500 человек, и они говорят, мама Марина, мама Ксюша, я считаю себя абсолютно счастливым человеком. И действительно, я построила этот мост сама себе и своим детям. У меня 3 взрослых дочери, зятья, у меня 2 родных племянника, которые после смерти моей родной сестры стали моими детьми, поэтому у меня 5 детей, невестки, зятья, у меня 7 внуков, я скоро ожидаю 8. Я многодетная, и это счастье. И мои дети, и дети, которые рядом находятся. Я получаю от этого удовольствие. Вы знаете, иногда думаю, кому это больше нужно? Им или мне? Это, наверное, больше нужно мне. Это відчувається, Марина. Вы знаете, я не могу без этого жить. Я просыпаюсь утром, я ложусь вечером, я составляю план, кому я должна позвонить, кому я должна помочь. Каждый человек думает, что помощь и благотворительность – это только финансовая составляющая. На самом деле это не так. Иногда людям нужно просто доброе слово, просто участие, просто сказать им, что о них не забыли. Их надо устроить в больницу, заехать к ним в школу, им надо купить лекарства, передать какой-то элементарный паёк. Ну, в таком хорошем смысле слова «паёк». И люди ощущают себя нужными, ощущают себя теми, что о них заботятся. И это так для людей важно. Ведь мы должны думать, что при жизни надо успевать делать добрые дела. Может быть, потом это никому не понадобится. Ви якраз на, як експерт на соціальних програмах телебачення, я коли їду деколи, от запрошують, проблема там офтальмологічна, сліпа людина чи ще щось таке, я їду з радістю, я знаю точно, що я там побачу бариду в кінах. І я знаю головне. Так, ми кажемо лікарі, ми там допоможемо, вилікуємо і все, а ви кажете от моральну частину, ви розповідаєте, як треба поступити в сім'ї, як би ви, як взірцева сім'я, от як би ви зробили це. Тобто, а дуже важливо, я коли мене запитують, то скажу, я не знаю, але якби я був на вашому місці, тоді я зробив би так. Марина, зрозуміло, що у вас повноцінна, красива сім'я, про неї багато пишуть, вашу сім'ю, ви пишете також. А жіноча традиція у нас одна. Ми довіряємося батькові, його пораді, підтримки, доброму слову, просто погляд його робить наш день. Що це все робить тільки його погляд, це правда, звісно. От про батька розкажіть, тому що, ви знаєте, ну, багато людей знають, хто це. В Анатолій Кінах відома людина, політик, прем'єр-міністр. Мені здається, що він в нашій країні займав всі
посты и от премьер-министра, вице-премьер-министра, первого вице-премьер-министра, министра экономики, главы Совета национальной безопасности и обороны, и главы УСПП, и несколько раз народный депутат. И все его считают человеком очень закрытым. Даже Анатолий писали, знаете, что он застегнут на все пуговицы. Но мне кажется, что это только внешняя сторона. На самом деле это добрейший души человек. Человек, который любит детей, стариков, чтит традиции, который отдает все свое сердце окружающим. И когда мы жили вместе, ну, у нас было 3 дочки, даже кошка-девочка, понимаете? И он в окружении одних женщин. Наверное, поэтому он хорошо выглядит. Я всегда говорю, ты прекрасно выглядишь. Он занимается спортом. Це було видно по фотографіях. Он много читает. Он закончил Ленинградский кораблестроительный институт. Это один из лучших вузов в то время Советского Союза. Даже сейчас вышла книга. Выпускники кораблестроительной академии Санкт-Петербургской. Ну, я все равно об этом говорю с гордостью, потому что это была наша страна. Это был вуз, который готовил специалистов со всего Союза. И молдаване, украинцы, русские, грузины, евреи, армяне. Это была единая нация. Сейчас мы единый украинский народ, но мы имеем образование, которое нам дали такие вузы, как мой институт, институт моего мужа. Вы знаете, почему я потом стала журналистом и получила 2-е образование, и в 91-м году ушла в журналистику? Потому что те вузы, которые мы заканчивали, они давали такое общее образование, что можно было уже дальше учиться где угодно. И уровень наш был настолько высок, что нам уже было легко получить и 2-е, и 3-е образование. И я знаю, что нынешние вузы тоже дают хорошее образование, но все-таки оно узконаправленное. Если человек учится в юридическом институте, он чистый юрист. Если там чистый лингвист или там психолог, мы получали всеобщее образование. Я на сегодняшний день разбираюсь в истории, географии, математике, языках. Я прекрасно играю на фортепиано, хотя я школу музыкальную №1 Киевскую имени Чудово Вова спеваете. Закончила еще в 1974 году. Но сегодня я сажусь за рояль и могу сыграть все, что угодно, потому что у меня идеальная память и потому что у меня такое образование, которое сохраняется на всю жизнь. А ваш хит «Пусть говорят, что дружба женская не бывает». Да, у меня очень много подружек. Все подруги поднимаются. Я им передаю через ваше радио привет. Я обожаю своих подружек. И хочу сказать всем нашим слушателям, что нашему поколению, моему, мы не будем конкретизировать, сколько мне лет. Вот, но все-таки я хочу сказать, что нам добавили 20 лет активной жизни. И мои все подружки уже после 50+, состоялись в новой роли. Да. Они делают ювелирные украшения, открывают рестораны, рисуют картины, строят сады. Сад, совершенно да. Верно. Книги пишут. Пишут книги, да. Исполняют романсы, и они себя нашли. Вы же понимаете, Сергей Александрович, что мы сейчас внукам не очень нужны. Мы бабушки, но наши внуки теперь продвинутые. Им нужны гаджеты, современные технические устройства. Дети наши выросли, мы, конечно, их любим, мы любим своих внуков, но у нас своя жизнь, и мы ее ведем очень активно, чего и всем желаю. Никогда не забывайте, что ничего не бывает поздно. Сколько примеров есть великих людей, которые открыли свое новое дело, нашли себя в новой ипостаси в достаточно взрослом возрасте и в этом преуспели. Поэтому надо думать о том, что у нас впереди длинная, интересная жизнь. И если вы заняты 24 часа в сутки, если вам есть чем заниматься, то это самое главное, это залог успеха, хорошего здоровья, а главное, отличного настроения. А когда есть настроение, все получается. Як сказала Марина Кінах, скажу вам чесно, і все це після 45. Совершенно класно, справедливо. Оця фраза, скажу вам чесно, да? Все да? Це після 45. Так що рожайте дітей після 40 лет, приобретайте нову спеціальність, танцуйте, пойте. Недавно Шерон Стоун исполнила 62 года, і вона сказала:
я прекрасно выгляжу, я не делаю пластических операций. У меня, я не состоялась как мама и как любимая женщина, у меня не состоялся брак. Но я каждый день танцую, танцую до изнеможения, и мне это интересно. И я всегда буду востребованной, красивой, умной, и меня всегда будут любить мужчины. И я буду замуж и в 60, и в 70, и в 80. Слава Богу, це, ну, символічно сказано, красиво. Марина, мені здається, що ви трошки недообласкані, ну, державними нагородами, якимись високими званнями, тому що ви маєте багато, я подивився перелік, так? Ви заслужений журналіст, да, України. Так, в 2004 году я стала заслуженою журналісткою України. Слава Богу, да. Ви маєте золотий знак Союзу промисловців-підприємців. Совершенно верно. Ви почетну грамоту Верховного Совета. Марина, дивіться, ну, люди добиваються, вони десь купляють ці, можливо, звання. Треба мати 3 ордени за заслуги, щоб мати безкоштовне місце на цвинтарі Байковому. Ви цього не знали, мабуть. Да? Люди, люди дехто прямо добивається. Я вам більше скажу, зараз к пенсії не додають за заслуженого. О, 10%, які раніше додавали. Можливо, такі пільги треба знімати вже, розумієте? Тому Может що быть. Ви, як сказала моя одна знайома, вона допомогла нашій асоціації, добре дуже допомогла, купила обладнання. Я кажу, а можна це написати ну, от, в Фейсбуці? Сергій Олександрович, не потрібно. Господь це бачить. І от те, що ви робите, бачить Господь. Ці красиві справи Господь все управляє. Він все знає, що хто зробив. І колись це воздасться, але зараз вас просто люди дуже люблять. І я люблю людей. Це саме головне. Ви подорожуєте багато. І от відносно подорожі, я люблю, скажу, яку частину світу. Я люблю Північну Європу, я люблю Фінляндію, я люблю рибалку. Через те, якби мені сказали, де б я вибрав ще жити, крім України, я вибрав би. Якщо чесно, я теж люблю Север. І вам подобається? Да, там такий аскетичний образ життя, люди якісь прості. Мне даже говорят, что я больше похожа на северную женщину. Я высокая, я светлая, я блондинка, не на южную, понимаете? Я тоже люблю север. Я не представляю, как летом можно поехать отдыхать в Египет или куда-то. Мне хочется наоборот, к Деду Морозу, в Норвегию, в Финляндию. Я совершила прекрасное путешествие в Исландию и даже успела прокататься на лодке, на леднике, который, к сожалению, через полгода сошел, но я там оторвала кусочек льдины и даже ее надкусила. Но в Фейсбуке я веду такой блог и рассказываю о своих путешествиях, так что я, как и вы, люблю северные страны. Ви дуже активно ведете. Там високі люди, понимаете, більші. Я люблю больших людей. Може, тому що я сама дуже висока, крупна, большая, шумна. Мені кажется, що мене завжди много. Коли я захожу, всі видять і слышать. Ну, я научилась з цим жити, і тепер думаю, може бути, це і хорошо. Для людей так. Є люди, які говорять, втомлюєте, ти громко розмовляєш. Ну, у мене є один знайомий священник, який сказав, бойтесь людей, говорящих тихим голосом. Їм є що скривати. А я ніколи нічого не скриваю. Я на виду. Може бути, це і неправильно, що я розказую в соціальних сетях о своїй сім'ї, о своїх ділах, о том, як я знімаюся в телевізійних соціальних проєктах, які там люди, з ким я спілкуюсь. Ну, мені це цікаво. Потому что я всегда имею обратную связь. Я 24 часа нахожусь на связи, на телефонной, в социальных Обов'язково сетях. Перезвонюєте, и обязательно перезваниваю. Потому что я думаю, дайте... знаете, если человек обратился, значит, ему это нужно. Марина, и ви знаєте, обязан ответить. Коли я вам запропонував прийти до нас на Іммігрантське радіо, я подумав, що ви знайдете причину, тому що у вас дуже багато забот різних. Ви кажете, на Іммігрантському радіо я не була. Да, мені я впервые. Так було приємно, розумієте, що в нас 23 мільйони емігрантів за кордоном. І нас слухають дуже багато країн. І в Польща, і Італія, там дуже багато заробітчан наших. Тобто ми так, ми радуємося за них, що вони мають роботу, і шкодуємо, що вони не з нами. І оцей міст, який ви зараз будуєте, можливо, люди почують, і все-таки вони повернуться колись через цей міст додому –
як в тій пісні, що я повертаюсь до рідної хати і таке інше. Тобто це дуже красиво. Ну, ми ж знаємо з вами, що коли-небудь вони всі повернуться, тому що ми ж строїмо світле будущее для своїх дітей, для своїх внуків. Стараємося. Ви знаєте, коли я буваю за границей і обов'язково хожу в театр і бачу на сцені якусь прекрасну балерину, або піаністку, або певицю, я точно знаю, що вона з України, що вона тут отримала образування. І я мечтаю дожити до того часу, коли наші зірки будуть блистати на кращих сценах України, во дворце Україна, в нашому шикарному оперному театрі, в який я хожу з 5 років, в театрі оперети, в російському театрі імені Лесі Українки, в українському театрі Івана Франка. Я хочу, щоб вони були тут востребовані і щоб їх труд був оцінений, щоб вони отримали достойну заробітну плату, на яку змогли содержати своїх дітей, їх лічити, учити и давать им образование, чтобы понимать, что наша страна сделала для этого все. И я уверена, что я точно до этого доживу, потому что есть прекрасные перспективы, и уже не так молодежь уезжает. И мы надеемся, что нас сейчас слышат, и вы знаете, все украинцы, мы все рядом, мы единая, огромная, большая, самая лучшая нация на свете. И вот эта пандемия, вот этот карантин еще раз показал, насколько мы едины, насколько мы не можем жить без объятий, рукопожатий, поцелуев, что мы все вместе, и мы всегда будем единым народом. Неважно, на каком мы говорим языке, на украинском, который мы обязаны знать, это наш государственный язык, на русском, на котором мы говорили с детства, на иврите, на идише, на английском, на немецком. Сейчас молодежь говорит на всех языках, и чем больше языков человек знает, тем он лучше, тем он более востребован во всем мире. Все равно мы единая нация, где бы мы ни жили, временно за пределами Украины, в Западной Украине, в Восточной, в Центральной, мы все любим друг друга, уважаем, и мы знаем, что мы всегда будем вместе, что бы ни случилось. Я в Відні пішов в оперу і дивлюся, співають наші артисти, тобто Вікторія Лук'яниць. Совершенно верно. Емба Трефляй. Боже, як же ж красиво вона виконала партії свої. Ви знаєте, я просто після цього мав велику честь. Випадково до мене звернулася її мама. Я лікував її маму. І мені Вікторія весь час передавала, наша емігрантка, наша українка. А я в Гамбурзі була в самій... Весь час каву передавала. Так, вот видите, а я в Гамбурзі була в самій большій філармонії в Європі. Ви знаєте, в Гамбурзі самая крупная філармонія. І там в оркестрі грала наша піаністка. І після концерта мы подошли, она передавала привет, она так плакала, она так радовалась, а в Мюнхене сколько наших выпускников, которые работают там, какая там огромная диаспора, да во всем мире есть, мы уже не говорим о Канаде, об Америке, а об Италии, сколько наших людей встречают нас, я вам скажу, даже в республике Коми есть большая украинская диаспора, и они говорят, что они окомяченные украинцы, понимаете? Красиво. Так що всюду є наша нація. Марина, чим вас можна здивувати? От чим би ви були здивовані, якби отримали якусь таку інформацію, от яку б ви хотіли отримати інформацію, щоб ви здивувалися? Ну от приємно я даже скажу о собі, що год назад я отримала невероятний подарок. Моїм іменем був назван цвіток. Это второй случай в Украине. У нас есть тюльпан, который называется Джамала. И у нас теперь есть потрясающий цветок гербера, который называется Леди Мара. Боже, яка це красива. И это в честь квітка. Меня. Я имею авторские свидетельства на этот цветок. Его презентовали в Украине. Он такой же высокий, как я, на большой ножке. Да. Ярко-розового, такого сиреневого цвета. И теперь он выращивается в Украине. У нас есть город Вараш.
Вот, и там есть хозяйство, в котором выращивают герберу. Цветок мне презентовала голландская компания «Флорист». Это новый сорт. Вообще за рубежом это модно. Выводят розы есть, которые носят имена женщин известных. Так что я теперь обладательница цветка гербера «Леди Мары». Для меня это был самый лучший подарок. Это как свой следующий ребенок, знаете, который подарен тебе. Я абсолютно счастлива, когда в этом году у меня был юбилей и был карантин, все равно мне передали огромный букет цветов Леди Мара. Я сфотографировалась и написала: это счастье, когда меня не будет, и нас когда-то всех не будет, мы должны это все понимать, цветок будет расти и будет носить мое имя. Так что мне очень приятно. И это вас было такое красиво. Диво для меня приятное. Я 22 года занимаюсь выставками цветов и ландшафтного дизайна. Являюсь куратором этих выставок. И мы начинали с маленькой, крошечной выставки в Доме офицеров, где было там 5-7 компаний. На сегодняшний день это крупнейшая европейская выставка, на которую приезжают более чем со 100 стран производители цветов. А вы знаете, Сергей Александрович, это самый красивый бизнес, потому что он объединяет бизнес прекрасным. Знаете, человек выращивает цветы, дает им жизнь и в то же время зарабатывает деньги. Без этого нельзя, нам же нужно всем жить, мы же все реалисты. И я так радуюсь, когда такая выставка наступает, она проходит в апреле, впервые в этом году ее нет. Ну, мы все подчинены времени, и мы все понимаем, что это временные неудобства, которые скоро закончатся, и опять в Украину привезут самые красивые цветы. Полутораметровые розы из Колумбии, огромные кусты роз из Гамбурга компании Розентантау, прекрасные герберы компании «Флористы», много-много других цветов. А Украина славится своими парками, своими цветами. И я скажу, что сегодня в Киеве есть два парка цветов, и один создала моя подруга Татьяна Костюкова. Это прекрасный парк «Камелия». И я всех приглашаю, вот будет весна, и вы увидите, как растут тут анютины глазки, их там 3000 кустиков и многие другие, и получите удовольствие. Вы запрошуете сразу, кажите, конечно, куда и как. Дети и цветы – это самое главное для женщины. Если есть цветы и есть вокруг вас маленькие дети, вы всегда себя будете чувствовать счастливым человеком. А оцю красу вы побачите на Фейсбуці у Марини обов'язково Володимирівни і в Інстаграмі, тому що вона дуже активний користувач і кожного дня просто дуже багато інформації. Як ви плануєте свій день? От скажіть, 24 години вам їх мало, наскільки я розумію, і ви відповідаєте всім на листи, ви відповідаєте всім, вас немає десятка секретарів. Марина, ви високо організована людина. А что делать? Мы должны приспосабливаться под новое время. Я стараюсь успеть. Я горжусь тем, что я являюсь экспертом социальных проектов, стосуюсь кожного и говорить Украина. Мне очень интересно. Я со всеми своими героями поддерживаю связь. Но самый мой любимый проект, конечно, был 5 лет назад. Он назывался «От пацанки до понянки», где я была заместителем директора школы «Леди». Вот. И мне очень нравилось воспитывать молодых девушек. Ну, может быть, потому что я мама девочек, и для меня они ближе. И я думаю, наш проект имел огромный успех. Я до сих пор общаюсь со своими зрителями, получаю от них письма, и меня узнают. Вы знаете, меня просто узнают именно по этому проекту. Все просят вернуться, а я надеюсь, что, может быть, мы его и продолжим. Нам будет интересно, потому что воспитания не хватает. У родителей нет времени отдать свое тепло, отдать свои силы. Они зарабатывают деньги. Сейчас они выживают, а девчонки находятся сами по себе, и им нечем заняться, понимаете? Им нужна какая-то реализация себя. Вот этому мы их учим. Мы их учим красиво себя вести в обществе, правильно принимать пищу, одеваться, правильно говорить. Мы их учим музыке, вообще всему, культуре, интеллекту. И
вы знаете, получилось. Я думаю, что наши проекты оба сезона получились, потому что когда проект заканчивался, девочки помирились со своими мамами и говорили: «Мама, для меня это самое главное». И мамы плакали, и это было такое, что у нас все вийшло так, як ми хотіли. Марина Володимирівна, ви настільки досвідчена людина, що я навіть не знаю, якби був при владі, да, яку вам посаду, якого міністра запропонувати? От ви вибрали, скажіть, ближче до кого? От ви міністром стали би якої галузі, якби при саме тій владі, яка дає достатньо грошей, дає розвиток і таке інше. Ми говоримо про майбутнє. Ну, ви знаєте, мабуть, міністром я вже не буду, хоча ніколи не говори ніколи. Я вважаю, що одного політика в сім'ї достатньо. А що стосується, чим би мені цікаво було займатися, звісно, мені цікава соціальна політика. Мені цікаво мами, дети, мне интересно их будущее. И вам, как врачу, скажу, я бы занялась лечением детей. Может быть, не как врач, а как человек, который бы это координировал. Я уверена, что наша страна сама может лечить своих детей. Козявкин же у нас есть. Владимир Ильич, конечно, Козявкин мой большой друг. Герой Украины. Я его обожаю. Я видела его результаты. Ну, они потрясают. И я видела, как девочка, которая не разговаривала до 18 лет, взяла в руки микрофон, и Владимир Ильич сказал: «Ну». И она сказала: «Ще не вмерла Украина», держа микрофон в руке, в которой никогда даже не держала ложку. И я думаю, что мы можем лечить своих детей от онкологических заболеваний, которым, к сожалению, они страдают в силу того, что мы живем с вами в такой зоне, в которой была Чернобыльская катастрофа. И мы все время ходим с протянутой рукой. Мы просим деньги, мы делаем флешмобы. Я думаю, мы сами можем это все сделать. Нужно только захотеть и понимать, что это самое главное — здоровье наших детей. Будут здоровы дети, будут здоровы родители, а от этого они будут создавать национальный продукт. У нас будет замечательное у всех настроение, и мы будем процветать, и будем самым красивым и лучшим государством в мире. Я хочу підтримати вас. Ви так красиво сказали. У мене є друг, він працює в школі вчителем. І в школі для розумово відсталих діток. І приїхали італійці усиновлювати дитину, хлопчика. Але цю дитину виховували в цій школі. І зібралися вчительський колектив, і ці батьки, і дитина. Синок, що ти хочеш сказати? Ти їдеш в Італію. Він: «Я ніколи не поїду в Італію. У мене найкраща країна, я її люблю. У мене дуже гарні річки, у мене все». Тобто його навчили в школі, розумієте? І плакали вчителі, тому що ця дитина говорить те, що багато людей хотіли сказати. Це правда. Знаєте, Марина, ви, ну, є така ікона «Матір Божа Семиручниця», ви знаєте, так? Є така. Це ви. Ви на кшталт тієї ікони, тому що ви зробили успішну кар'єру, приймаєте участь в соціальних проєктах, ви надзвичайно красива жінка, ви це самі знаєте, ви вишукана, елегантна, елегантна, розумієте, ви не подібні на других. Ви знаєте, я вам сразу відвечу, я знаю, що ви спросите, але я вам скажу, мені до всього є справа, от до всього. До детей, до цветов, до парков, до садов, до больниц, до всего. И пока у меня есть дело, я буду молодой, красивой и буду стараться по мере всех своих возможностей помогать людям. Марина, вы любите вот такую картинку? Ну, в деяких країнах вы бачили, как разводят мости. І в мене таке враження, ви знаєте, коли розводять того моста, що я щось на тій стороні залишив. Я хочу ще добігти, переплигнути. Можливо, там частина мого кохання, можливо, частина ще якоїсь доброти, розумієте? І от яке у вас враження, як розводять мости? От в мене таке тривожне враження. Я хочу їх сводити назад, щоб чоловік, який залишився на одному берегу, обов'язково дійшов к тому, хто залишився на этом берегу. А на том берегу незабудки цветут. Помните Юрия Евгеньевича Рыбчинского и замечательную его песню? Так вот, я буду сводить мосты, сводить людей для того, чтобы они были счастливы.
Ну, развести проще, а вот свести тяжелее. Знаете, Марина, я хочу вам побажати творчості і завжди будемо приймати участь як лікарі в ваших проєктах. І якщо ви будете писати якусь автобіографічну повість, мені хочеться, щоб все-таки назва я була словом «місце». Я хочу написати цю книгу, да, обов'язково. Маринині мости, ну як завгодно, я думав, Може збудовані мости. Може бути, Маринині мости, да. І бажаю вам дійсно розвитку, міцного здоров'я всій вашій сім'ї, взірцевій сім'ї і вашій красивій справі, Марина. Це було Іммігрантське радіо, Київська студія. І моя авторська програма називається «Погляд Рикова». І я, практикуючий професор-офтальмолог Сергій Риков, був сьогодні разом з вами. Будьте здорові і благополучні всі! З відомою людиною, з Мариною Кінак. Всього вам найкращого!